Всем привет! В этом ролике мы рассмотрим основные методы обеззараживания почвы, чтобы нашему урожаю ничего не угрожало в будущем сезоне и чтобы он был значительно больше и лучше. От чего и от кого мы будем обеззараживать почву? Конечно же, это всевозможные болезни и вредители, которые ее густо населяют. Наряду с патогенными микроорганизмами в почве живут и проволочник, и медведка, и различные слизни, и все они ждут, так же как грибы и бактерии, наши растения, которые мы высаживаем каждый сезон, чтобы ими лакомиться и проходить свои циклы развития. Почему же важно вести обеззараживание почвы и желательно это делать как в конце сезона, так и весной, перед началом вегетационного периода? Потому что почва, как и любой биологический организм, очень сложная и прекрасная система. В почве, как и в хорошем организме с хорошим иммунитетом, всегда в равновесии как патогенная микрофлора, так и полезная микрофлора. Но зачастую мы нацелены на получение большого интенсивного урожая, прибегаем к интенсивным технологиям выращивания, и поэтому почва очень часто испытывает различные дисбалансы, и зачастую равновесие сдвигается в пользу накопления инфекции. Фитопатологи наверняка вам скажут, что есть такое понятие, как накопление инфекции. Например, когда у нас новая теплица, мы выращиваем помидоры один год, второй год, третий год. На протяжении всего периода выращивания, даже при условии, что мы ничем не будем обрабатывать наши овощи, все равно будет идти накопление определенных инфекций. И, как правило, к четвертому году выращивания, не меняя технологий, у нас уже в июне, ранним летом начинаются проявляться те или иные заболевания, тот же самый фитофтороз. Все почему? Потому что была накоплена инфекция, она достигла своего порогового значения, она как бы перешагнула этот порог. И, к сожалению, патогенных микроорганизмов в почве стало значительно больше, чем полезных, которые не смогли справиться с той или иной почвенной инфекцией. Какие же методы обеззараживания почвы можно применять у себя как в теплице, так и в открытом грунте? Самое первое и наверняка доступное всем – это химические методы обеззараживания. Когда мы уподобляемся большим производствам, принимаем решение решить определенные вопросы одним махом, заливаем почву определенными химикатами и таким образом действительно решаем тот или иной вопрос по накопленной инфекции в почве. Но стоит понимать, что любые химические препараты, пускай они воздействуют на бактерии, на грибы или даже на тех насекомых, они имеют накопительный эффект. Также для химических препаратов существуют такие понятия, как период распада, период выводения и даже период после действия. Производственники не дадут солгать, что после нанесения той или иной химии на одной культуре, в следующем году уже другую культуру на этом месте нельзя будет выращивать, потому что она просто не будет расти и развиваться. Вот такое может быть после действия химических препаратов. Также существуют народные методы обеззараживания почвы. О народных методах мы говорили в более раннем видео, когда рассматривали их на примере огурцов. По-прежнему я останусь при своем мнении и скажу, что очень часто мы не знаем тех рабочих концентраций, которые пагубно будут влиять на патогенные микроорганизмы. Поэтому мы или вносим слабые, нерабочие растворы народных настоев, отваров, любых других смесей, или мы вносим очень концентрированные растворы той же самой марганцовки, которая также губительно воздействует и на наши растения. Поэтому, возвращаясь к народным методам обеззараживания почвы, а это могут быть как минимум проливание раствором марганцовки, проливание раствором горчичного порошка, даже проливание почвы настоем луковой шелухи, стоит понимать, что это не является стопроцентной альтернативой обеззараживания нашей почвы. Третий метод обеззараживания – это биологический, очень хороший, очень качественный и рабочий метод по обеззараживанию почвы. Хорошие новости, если вы на протяжении всего сезона пользовались биологическими методами, вносили биологические препараты на основе всем известных триходермы и сенной палочки в почву, также вносили гриб метаризиум или баверию, то можете быть спокойны. К концу сезона ваша почва достаточно хорошего качества и в дополнительных методах обеззараживания, как правило, не нуждается. Если же в конце сезона, в начале осени, вносить биологические препараты,
то необходимо понимать, что они будут максимально действовать при температуре от 15 градусов и выше в почве. Поэтому ориентируйтесь на погодные условия, которые характерны для вашей осени, для вашего региона. И если таковая температура не поддерживается, то тогда и смысла вносить биологические препараты, в всяком случае триходерму и сенную палочку, в хорошей дозировке в почву осенью говорить не приходится. Что нельзя не сказать о биологических препаратах, которые направлены на борьбу с насекомыми. Это биологические препараты на основе грибов Bavaria и Metarhizium. Это могут быть как отдельно, так и совмещенный биопрепарат. Так вот, их необходимо вносить как раз-таки осенью. Для того, чтобы грибы начали свое действие и максимально его продлили до наступления первых устойчивых заморозков в почве. А когда они случатся, никто не может сказать. Четвертый метод обеззараживания почвы – это агрономические, мною любимые, и в научном сообществе они очень и очень сейчас прогрессируют. Например, поддержание севооборота и повышение плодородия почвы относятся к агрономическим методам обеззараживания почвы. Идеальным будет высев сидератов до середины ноября в любых грядках, в теплицах, на той свободной площади, которая доступна и которую вы готовы оздоровить путем любой сидеративной культуры. Сидераты, например, фацелия, белая горчица, редька масличная, озимые виды зерновых культур можно смело высевать на любой почве своего огорода и в теплице, в том числе, до середины ноября. В Институте овощеводства в настоящее время ведутся обширные научные исследования по влиянию сидеральной культуры на биологическую активность почвы. Ученые установили, что почва без сидератов имеет 16% биологической активности, почва после горчицы белой имеет 26%, после редьки масличной 25%, а после фацелии и ржи озимой 24%. По-моему, достаточно существенные цифры по биологической активности почвы для того, чтобы сделать выбор в пользу обеззараживания почвы, восстановления ее плодородия путем использования сидератов. Идеальная схема обеззараживания почвы и восстановления ее плодородия путем сидератов – это их высев, выращивание и их заделывание в почву путем скашивания до наступления цветения. Также один из вариантов использования сидератов в теплицах может сводиться к следующему. После высадки нашей основной культуры, это, например, томаты или перцы, мы можем высевать горчицу белую в тех местах, где не растут наши томаты и перцы. Таким образом, мы также будем оздоравливать почву, обеззараживать ее и повышать плодородие. Но обязательно принимайте во внимание, что горчица белая, которая растет между основной культурой, не должна превышать высоты 15 сантиметров. Не ждите, пока она вытянется, зацветет, обязательно ее срезайте и заделывайте в почву. Обеззараживание почвы путем повышения ее плодородия – это такой агрономическо-биологический метод, поскольку чем выше иммунитет почвы, чем она здоровее, тем она будет больше насыщена полезной микрофлорой и тем меньше у нас будет необходимости ее обеззараживать. В качестве источников повышения плодородия почвы традиционно выступают любые органические удобрения, биогумус, компост, вермикомпост, все то чистое органическое, которое вы можете найти у себя на огороде, приготовить самостоятельно и таким образом использовать для обеззараживания почвы путем повышения ее плодородия. В конце этого видео я хочу добавить, что нет какой-то универсальной таблетки, которую, растворив и пролив в почву, мы полностью ее обеззаразим. Как минимум, необходимо прибегать комплексу мер, которые будут направлены на улучшение структуры и качества почвы, которая, в свою очередь, не потребует никакого обеззараживания. Оставайтесь на канале ProCyTalk и до новых встреч!